Сегодня 3 сентября, завтра День города. Мы в составе группы «Экипаж» приступаем к съемкам клипа на песню «Ты не такой, как все». Он сегодня в роли сперматозоида, потому что он будет одним из не таких, как все, сперматозоидов. Он будет играть диктатора и будет играть толпу. Да, мы все это снимаем внутри гигантского белого влагалища. Это никакого. Буду представлять то большинство сперматозоидов. Да, это большинство сперматозоидов, так которые что... не доберутся до своей цели. Не прокрашивается. Стоп! Нормально! Поехали! 3, 2, 1! Это можно и не снимать! Это можно и не снимать! Это не схема, это процессор. Но в клипе это будет играть схему. У меня возник вопрос, как вот в этом маленькой хуёвинке, блядь, живет интернет, ёпты. Как можно порнуху в это поместить? Объясните мне, как можно анальный секс сюда засунуть? Во время съемок клипа проходит караоке-фестиваль. Кто лучше споет песню «Ты не такой, как все», получит приз – баночку спонсорского безалкогольного пива. Сникерсни! Урбания 2010, 10-й выпуск. Вот спонсор Криптона. На, ешь свою фигню. Вот так вот. Прицел такой. Я муха. Стрелять буду у вас сейчас. Это как в клипе Изи у него был. Мистер Боста, ready fuck you up, да-да, Изи-И, там. Поняли? Доктор Дрей, блядь. Чик-чик. Так что у нас клип круче. Пятерочки по 20 рублей, распродажа хуйни вот этой. И нас кормят на съемках, блядь. Вместо того, чтобы купить что-нибудь хорошее, самое дешевое. Я в детстве любил эту шоколадку, чего вы знаете? В детстве другой состав был. А сейчас его буржуи иностранные перекупили. Вы думаете, это русский продукт? Нет, нифига. Купил 10 литров. Вместо того, чтобы шампанское какое-то Павдеди пьет. Какое Павдеди? Кристал. Кристал, блин. Нам вот тебе Кристал, блин. Спирта сейчас добавлю, газировочки. Вот этой вот, блин, за 9 рублей колокольчик нахрен. И краски. И вот вам Кристал будет, блин. Внимательно смотрите. Даже орбита нормальная, что? Леша, ты видишь сырки? Ну. Что это? Орбита. Вот что это тут на сырке такое зеленое? Это уже французский сырок. Блядь, уже элитный, блядь. Это уже. Видишь, покупали по 5 рублей, а видишь, уже как бы. Этим сырком можно гвозди забивать. Притом он уже, вот видите? Или это посрала крыса может. Я проведу вас по трем мирам. И не все вернутся обратно. Это 86-й год. Фестиваль брейк-данса в Каунасе. Человек-робот. И там вот такая хуйня, типа первое место заняла. Ту-ту, 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 ту-ту. Я брейк-дансер. Мы едем в Каунас. Мальчишник, это Андрей Котов. И Павлик Мутабор. А еще есть чувачок Пинчер.
и в 87-м году мы едем в Каузна, в Каунас на фестиваль. Блин, там здесь такой танец, ту-ту-ру-ту-ру-ту, его изобрели. Они были модные в 87-м году. И сейчас мода возвращается снова. Или, может, эти штаны я нашел на антресоли и надел. Тух! Блин! Фестиваль Каунаса. Интересное видео. Ой, блядь, это ж батарейка. Ё-моё, она же 10 рублей стоит. Хрен сломаешь еще, чувачок. Все. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Музыку, музыку! Диджей, принтер, давай! Включай! 87-й год, фестиваль! Потом перепишем на видеокассету, выложим, как будто старье какое-то было. Рок-ё-бани! И волна, волна еще такая! Потом они почему-то не любили в 86-87 году крутиться на башке, там это на полу у них почему-то верхний брейк-данс был. Притом это было модно с 86 год по 92-й, по 91-й. Нет, даже по 90-й год, по 90-й, вру-вру-вру. С 86-го по 90-й год был моден брейк-данс в России. С 86-го по 90-м. Потом в 90-м уже это сошло на нет. Уже на дискотеках, где танцевали брейк-данс. Это я вам скажу, как мамонт, который еще в 89-м году ходил на дискотеки. Ну, вот. И в 89-м еще танцевали брейк-данс на дискотеках. Вот. Потом все сошло на нет. Перед собой так на этом уровне нормально. Не-не-не-не-не. Вот так вот. Ты вот вверх или вниз, вверх или вниз. Да, вот так вот, да, да. И вот спокойно и сильно не надо. Вверх, 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 выше, выше, не на согнутых ногах, не на согнутых ногах. Ноги подними, блин, нормально по... На нее как будто лезешь и хочешь ее открыть. На меня внимательно так вот, ааа, бля. И руками, руками. Рукой так. Рукой, блядь, трык. Когда в конце? Да сейчас, ёпта, все равно в жену искают. Во, блядь. Еще раз, блядь. Еще раз, да, вот так. Да. Ну, с весельем, блядь, я не то, что... Я сейчас обосрусь, блядь, они тяжелые, нахуй. Надо нормально. Ой. Не надо мусорить! Любите ваш мир! Я Джоанна Сид Грей! Не надо мусорить! Прощай, земля! О, да, насаживаю, уже.
Изгнание дьявола! Смотрите в кинотеатрах! Давай, Кость. Все, все, пишем, пишем. Нажмите кнопочку, на дым машине можешь подержать ее подольше. Кнопочку нажмите. Давайте сюда чуть веселее. Ну,